Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Алкестида. Встречаются варианты Алкеста, Алкеста. В древнегреческой мифологии одна из Пелиад, дочь царя Иолка Пелия и Анаксиби, жена царя города Ферры, Адметта. В основном этот миф известен в изложении Еврипида, это трагедия Алкеста. Образ Алкестиды часто использовался в живописи, скульптуре и музыкальных произведениях. Как гласит легенда, она единственная, кто по своей воле вместо мужа отправляется в царство мертвых. Но Геракл, восхищенный мужеством и супружеской верностью Алкестиды, вырывает ее из рук Танатоса, смерти. Таким представил предание Еврипид в трагедии Алкестида. Согласно более поздней версии, Персефона, богиня подземного мира, растроганная самоотверженностью Алкестиды, возвращает ее мужу еще более прекрасно. Сюжет об Алкестиде вдохновлял Сакса, Виланда, Альфьери, Уайлера, Рильке в статуарном искусстве, Родена в оперном Генделя, Глюка, Велеса и других. Вот так вкратце о Алкестиде. Древнегреческая мифология – одна из Пелиад. Пока-пока, до свидания.